Итак, Ямал сделал свой выбор. Муравленко занимает лидирующую позицию по явке среди городов. На участки пришли почти 94% избирателей. По предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 291 409 ямальцев. Это 85,54% от общего числа проголосовавших избирателей. Преимущество Владимира Путина на выборах очевидно. Оно в разы превышает результаты всех вместе взятых кандидатов. Так, Павел Грудинин, представитель КПРФ, набрал 5,72% голосов. Владимир Жириновский 5,7%. За Ксению Собчак, выдвинутой партией «Гражданская инициатива», в округе проголосовали 0,7% избирателей. У Максима Сурайкина, это представитель коммунистов России, 0,53% голосов. Григорий Явлинский, представитель «Яблока», 0,4%. Менее 0,4% голосов набрали Борис Титов и Сергей Бабурин. Итоги голосования в стране на выборах президента Центральная избирательная комиссия установит не позднее 29 марта. Нарушений жалоб на действия, бездействия комиссии разных уровней не подавалось, не зафиксировано. От избирателей тоже не поступало ни замечаний, ни предложений. Поэтому считаем, что выборы прошли в нормальном, спокойном режиме.